Я составил себе небольшой план, что мы должны собрать. Сулабер, мы соберем Шиву, Травл, Сата, Кераса, Абиссал, Аж... Медведя. Мы соберем так. Абиссал, Буризам, Джолнир, МКБ, Баттерфляй, Баттлфьюри. Ты говно. А ну брось. Список. Ты член вонючий. А, загрызу просто. Ой-ой-ой-ой-ой. И обещанный крит, Скади, я не понял, хина здесь. Что за дела? Что за кликбейт? Обещанные... Обещанные артефакты где? Же есть еще и поле. Ладно, деремся. Надо драться. Деремся, что делать. Хорошо. Ну, два баша должен два баша подработать. Хорош. Все, с баша не выйдешь, дядь. Стоит он тут, фармит. Фармит наш лесочек. Что за фигня происходит? Это когда вы бухого батю пытаетесь всей семьей, короче, ну, успокоить, и нифига у вас не получается. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Я сидел и подумал, а что если медведь 15 слотов? Да, 15 слотов, где вы видели такого медведя? Реально, чтобы слоты были максимально боевые. Я собрался с ребятами, с подписчиками, они все с моего ТГ-канала, поэтому, ребятки, подписывайтесь, у нас ссылочка внизу есть, ТГ-канал. И, конечно же, там мы все кооперируемся и идем писать видосик. Что ж, ребятки, сейчас у нас будет Сулабер. Ох, я, если честно, столько всяких стратегий продумывал насчет того, как же его будет правильнее одевать, что с ним делать вообще, и какой минуте мы все... Вот просто какой минуте мы придем к общему какому-то результату. Если честно, я подумал, что игра будет где-то примерно минут 60. Но я надеюсь, немного пораньше получится. И я составил себе небольшой план, что мы должны собрать. Не знаю, это так тупо, наверное, но... Я подумал, почему бы не собрать нашего героя так, то есть самого персонажа Сулабера мы соберем Шиву, Травл, Сата, Кераса, Абиссал, Мжолнир, Шард и Аганим мы сюда запихнем, да, то есть это вот медведь вот это у нас, да, медведь, то есть ну сам Сулабер, а медведя мы соберем так, Абиссал, Буризам, Мжолнир, МКБ, Баттерфляй, Баттлфьюри и прикрепим это все Шардом. Не знаю, 15 слотов получается, сможем ли мы это реализовать, я, если честно, не знаю. Но это попробуем, посмотрим и сделаем какие-то выводы. Возможно ли это вообще в целом? Почему я выбрал именно такой расклад? Такой расклад по поводу артефактов, что типа сам персонаж будет танком, а медведь будет у нас... так сказать, каким-то дамагером. Но, если честно, просто так я это взял. Ну, я в любом случае смогу слоты менять, как хочу, потому что это же медведь. И, как бы, ну, смысл такой, что я надеюсь, что это да получится. Ребята там злую вещь какую-то берут. Наверное, очень сложно будет. Но посмотрим, как все получится. Катка в любом случае будет очень-очень-очень затянутая. Герой на лейт-гейм там сильный, там Сларк, там у нас Тиник. Это значит, что будет довольно-таки... проблематично, но посмотрим. Посмотрим в целом, как у нас все это будет. Сейчас мы аккуратненько здесь постоим, почилим, посмотрим. Ну и я думаю, что-то должно у нас да получиться. Алхимик даст нам аганим. Сможем медведям подфармливать. И все это прикрепим двумя медасами на начальную стадию. Будем фармить, ребятки. Будем фармить. Очень тяжелая работа предстоит нам по игровому процессу. Но посмотрим, может что-то да получится. Я надеюсь, получится. Надеюсь, получится. Так, медведюгана мы блочим. И забрать монетку. Ай, не забрал. Ну ладно, попытка не пытка. Попытка не пытка, ребятки. Так, медведи не хотят отпускать. Давайте на базу его отошлем. Хотя, да, на базу, чтобы он сейчас тут не мельтешил с лоу хп. Я постараюсь аккуратненько подлосхитить. Он сходит пока туда-назад. И будет все норм. Так, ну вроде все четко, да? Записи, не записи идут. Так, вот этого деда вперед. Снайпер и Слардар, значит, на линии, да? Хорошо. Снайпер и Слардар. Топорик есть, можно поесть, можно лосхитовать. Так, важно добивать, конечно же,
каждого крипчика, но посмотрим, как у нас тут в целом получится. Добьем, не добьем. Как получится, так и получится, ребята. Все, медведюганы сюда. Если честно, даже очень много было различных дилемм по поводу того, что правильнее было бы качать. Даже я думал вначале без медведя, да, как-то качаться. То есть через 2-3, может, я не знаю. Посмотрим. В целом, ну, какие-то мысли были. Я пытался все это в голове уложить, как будет лучше. Но не приходил к какому-то общему понятию, общему результату, который бы привел бы нас к тому, что я именно хочу от этого видоса, понимаете? Но в целом, я думаю, справимся. Я думаю, справимся. Главное, чтобы не было такого фида нереального. Фида нереального, который может быть. Вот Сларку, да, сейчас ФБшечку отдали. Довольно-таки тяжело будет. Уже тяжеловато будет. Так, надо как-то с медведем. Но начальные артефакты интересные я буду какие-нибудь делать себе. Оп, мишка работает. Начальный по поводу того, чтобы убивать. Но в любом случае тут через молнию будет у нас атака. Медведю соберем молнию, чтобы можно было давить как-то. Арбу. И медведь, кстати, у нас будет собираться без сапогов, да. Без сапогов это все учет должен быть у нас. Либо давайте попробуем сейчас медаснуть. Лучше, конечно же, собрать сразу два медаса, чтобы чем раньше, тем лучше. Если мы соберем медасы, с медасами мы немного ближе к лейтгейму будем. Такому более расфармленному. Будет немного легче, по идее. Так, мишку перебафываем. Хорошо. Ребята там не могут стоять на лайне. Хорошо, вот так, на меня нападение, да, какое-то? Под Т-шку прямо, на ассистант тебе сейчас дадут, дядя. Дядя, ассистант тебе дадут. О-о-о. Нифига себе, там Сларк убивает всех. Ребята, вы чё? Ребята, вы чё, фидеры, что ли? Ребята-то фидеры, походу. Оп. Да, ну, мидасы... С медасами будет проблематично. Можно будет... Так, тут я не могу забрать, да? Хорошо. Я, наверное, все-таки буду как-то арбу. Возьму арбу. Арбу. Сапог. Вот так как-то будем делать. Ну, короче, стандартно, да? Сейчас будем собираться, а потом выйдем в медас. Лучше делать как-то так, наверное, я думаю, потому что... Сларк сейчас, видите, он там сейчас буст какой-то возьмет. Будет довольно-таки тяжеловато. Так, рабит возьмем. Эх, не добил. Аккуратненько надо с каждого крипчика добывать золото. В принципе, у меня 18 крипов. Но 25 должно быть. Оп, хорошо, добил, проконтролил. Оп. Оп. Можно было снайпера попробовать побить. Если там на топе какая-то суета. Видят пацаны по-страшному. Видят по-страшному. Так, ну не догоню я. Плохо поехать. Там Тини идет. Тини идет, го, побьем чуть-чуть. Тут никак. Вот так возьмем. Жалко, нету левела у меня. Да, так бы подтушили. Подтушили. Так, перчатку медведюгану отдаем. Медведюгану отдаем перчатку. Так, магазин, пожалуйста, вижен. Оп, хорошо. Нет, все, прогулено. Пятый левел нужен. Пятый левел нужен. Ага, смотрите, тушат, тушат, как они. Это вот должны забрать хотя бы. Хорошо. И вот этого. Ну хотя бы этого, окей. Не знаю, почему там не хватило дэмэджа. Ой, хорош. Забрал. Так, ну мне нужен хил. Хил возьмем. Забрали таки там. Тиника. Тиника таки забрали. Хорошо, контроля не будет хватать у нас на Сларка, я так понимаю.
Очень тяжело будет. Топорик я держу у медведя, у основного солобера, чтобы легче было чуть-чуть добивать. Я не люблю ласхитить на этом героя, очень крайне тяжелый персонаж в ласхите. Не люблю его вообще в целом. В целом не очень долюбливаю солобера, не знаю почему. Тяжело его одевать, тяжело его расфармливать. Очень тяжело. Ларка там ранний буст будет. Хорошо. Форму я не буду брать, я возьму пассиву. Пока что с пассивой. С пассивой пока что. Иллюзии. Оп. Оп, хорошо. Оп. Очень сильно лайн запушиваю. Надо, чтобы огр пулил. Так, отходим. 300 золота. 300 золота. Алхимика, что там, как дела? Алхимика тоже нагнули. Этот рал сейчас начнет работать. Будет очень тяжело. Будет очень тяжело. Надо мидас добить. Аккуратно подфармливать. Здесь отход надо сделать. В случае чего. Уже пришли ребята, суетятся. Сларк там наглеет. Сларк наглеет очень сильно. Так, ну мидас 7, в принципе, это неплохой тайминг. Неплохой тайминг. Можно работать. 7, это неплохой тайминг. Сларка там, правда, поймать никто не может. Надо сказать огру, чтобы он ушел с моего лайна. Хорошо. Так, и пошло. Так, первый мидас есть. Первый мидас есть у нас. Первый мидас имеется. Можно теперь аккуратно и лес, и лайн подфармливать все. Будет огонь, по идее. По идее. Так, на меня там выезжают. Быстренько заберем. Заберем пачки. Хорошо. Да можно, пожалуйста? А, еще этот в лотаре. В лотаре. Ну, извините, у меня нет МХ знать. Что там лотары. Печалька, конечно, это все. Что-то я прогулял. Я знал, что там Слардар идет, да? Но не знал, что Тини с Инвизом идет. Вот это, конечно, такое себе. Тини с Инвизом. То есть у меня курьер не нажимается. И не с инвизом, конечно, это такое себе. Ну да ладно. Ну да ладно, свидели, ничего страшного. Еще медасик есть дополнительно. Так, вот опасно тпшиться туда. Не знаю, я очень напряжен, когда вижу вот эту ситуацию, что тавер падает. Но, тем не менее, я туда не очень желаю лететь. Так, вот это вот так делаем. Трансмутим сразу на экспу. И, наверное, 9 левел возьмем себе форму. В форме нас тяжелее будет убивать. Надо топорик еще медведю взять. По факту. Чтобы можно было еще как-то. Помимо того, что я фармлю, еще и душить. 800 хп. Очень мало. 8 левел. Ну, медасик, в принципе, должен работать. Нам все равно тут игру в 50-ю минуту нужно будет запуливать. В любом случае. В любом случае, тут игра будет крайне долгая. Очень долгая. Очень долгая каточка должна быть. Хорошо, тут добьем. Опять ко мне бегут. Ко мне бегут, но они, мне кажется, даже под тэшку заходить будут. Я ТП лучше сделаю. Да, найс. Хорошо. Гол туда.
Go. Давай, алхимик, работай, бро. Я тут могу сдохнуть. Оп, хорош. Пойдет. Тэшку. Дайте тэшку, ребят. Так, там Мидас уже дропнулся. А сейчас форму надо будет качать. Лучше отойти. Хорошо. Пока идет ситуация. Ну, вообще не особо как-то весело, да, по игре. Серьезная каточка такая назревает. Ля, что делает? Ну, не попал, дядь. Это можно переворачивать. Вы чё? Ну это же фрикил, ребятки. Фрикил. Магнус. А, нету маны, да? Ой, хорошо. Вот этого смело. Смело. А, там в спине еще. Слардарикса. Не, Б. Тут уже все Б. Доделать. Магнус без маны походил там, посуетился. Так, у меня почти есть золото на еще один Медасиус. Можно будет медведя перебафать. Чтобы взять дополнительно Медасик еще. Так, ну пойдет. Надо Нисати. Нисати, 2 ТП надо. Второй Медас, наверное, ребятки, сделаем все-таки. 2 Медаса будет. Куда? Мне кажется, интереснее. Так, Куру рьюзнул кто-то зачем-то. Не знаю, зачем рьюз. 2 Медаса будет, мне кажется, интереснее всю эту контору делать. Все-таки это ж Медасы, правильно? Это ж Медасы. Так, ну тут надо, мне кажется, вот это зафармливать. Хорош. 2 Медаса, это будет жестче, интересней, профитней. Так, медведюга, ну вот так вот даем. Ок. Надо принимать. А, Сларк уже тут. Буду драться уже. Ну такое на самом деле. Так, ну Медас есть, хорошо. Да, съесть сларки эти с лотарами. Вот, если честно, когда пишешь эти видосы, вот ребята с ТГ, они тоже такие, знаете, вот они любые свои трусы готовы продать, лишь бы выиграть и заруинить видосик. Но тут как бы не то-то было. Вот расфиженный сларк, да, специально. Что вы думаете, просто так он сларка взял, да? Вот он хочет выиграть. Вот и Тини такой же, да? Да, ребята просто вот так вот и хотят выигрывать. Видите, как получается? Хотят ребята выиграть. Так, ну у меня 2 Медаса есть. Это хорошо. Можно работать. Так, Сларки, Лотары, Тиники, там этот Девардит. Так, это у нас тут есть. Так, вот так берем. Так, создаем. Отлично. ТПшка вот сюда. И погнало, ребятки. 2 Медаса работают. Первый пошел. О, оба в КД ушли. Чего? А, не, подождите, я же юзал свой. А, нет, я не юзал свой. Это довольно-таки странноватая тема. Почему мой Медас ушел в КД? Странно, я ж не кидал его. Лол. Забавная фигня. Ну да ладно. Что-то я сейчас и сейчас нифига не понял, что произошло, ребят. Ну да ладно. Вы поняли, что произошло? Я лично нет. Вообще не понял, почему мой Медас ушел в КД. Или я основным кинул, а посмотрел на медведе КД. Что за фигня? Что-то я, кажись... Я понял, но меня сейчас тут по тэшке прям убьют. Да. А было ТП, да? Магнус, ТП. Юзай. Чё стоишь? Что ты там плюсики пишешь? Играй давай, помогай команде. Ох, что-то Магнус. Есть. Ладно, ничего писать не буду, но с Магнусом тут все понятно. Магнус у нас довольно-таки странноват. О, креветку подфармил.
Странноватый Магнус, по максимуму. Так, ладно, меня прессингуют. Надо как-то завардиться, я не знаю. На как завардиться? Трал там отрабатывает. Фу-фу-фу, так, есть Мидас. Мидас закинь, медведь КД. Хорошо, Варкрай нету, смотрите, у меня форма багнулась. Делаем вот так вот, раз. Делаем вот так вот, два. Так, первые слоты, это, наверное, будет у нас молния. Я, конечно, не уверен. На все 100%. Да, господи, что ж такое? Что ж такое-то, ёшки-матрёшки. Ну, тут ГГ мне 100%, конечно, буду драться уже. Хорошо. О, ну тут вот так вот. Оп, по формой закайчу. Ну, хейтят, хейтят, ладно. Так, сейчас вот тут вард надо, Слардар в активе. Ну, пойдет, я хотя бы забрал Слардара за собой. Грязная-грязная игра, конечно, от подписчиков. Самая грязнейшая. Самая грязнейшая игра. Нам нужно лес отбить. Я выхожу на лайн, сразу фит. Ну, я хотя бы Мидасы раскидал, они работают. Так, играем опять-таки. Медведю надо купить сапог. Нужно купить. Так вот, делаем рекуру. Рекуру. Магнусу баф. Магнус. Магнус, баф, дай ему. Что вот это за дела? Так, медведь в КД, да? Медведь в КД. Господи. Хорошо, Слардар будет прыгать. Жалко, я без Мишки. Очень жалко. Креветка. О, застрял. Ладно, ТП уходит. Интересный Сларк. Ясно. Ясно. Вот такое максимально осуждаю. Токсить вот так вот, не знаю. Но мы эту игру накажем. В любом случае. Так, медведю. Осуждаю вот такое. Как токсик, малолетний. Малолетний токсик, знаете, вот. На подписчике. Пятилетний. Ничего, ничего. Фармим. Пока есть возможность, пока нужно. О, старт внизу, да? Хорошо. Нужно фармить просто. Мидас работает, даже если будет все плохо. Мидас работает все равно. Правда, добивать надо. Добивать крайне тяжело. Так, хорошо. Медведь подработает. Отлично. Мне бы уже, в принципе, можно и аганимчик. Аганимчик от алхимика иметь. Чтоб я мог и медведям фармить. И медведям подфармливать. Так, ну медведям я фармить, конечно, плохо могу. Ну да ладно. Слардариха бегает, да? А Слардар такой уже. Слардар работает. Там, в принципе, вата под варкраем я разношу. Вата. Вата там все. Так, есть кнопка. Пассивочку. Оп, хорош. Сюда опасно выходить. Но мы меда с ним выйдем. Медас у нас примерно в одно и то же время с медведем. Хорошо. Ребята тушат, да? О, такой дадим. Го-го-го. Медведя сапожок имеется. Ой, какой неприятный станчик. Вот Крис, а? Герой куда пошел? Просто водят нас за нос тут, в нашем же лесу. Просто за нос водят в нашем же лесу. Одна мишка пусть грызет.
не грызется. Медведю Гана я потерял, да? Плохо. Уходим. Так, не блочь, дядя. Магнуса нету, да? У него РПшки не было. Так, гол пока метасик кинем. Медасик кинем, молния есть. Я там регенюсь пока. Тут вот так вот. Хорошо. Это молниеносная есть у нас, да? Молниеносная есть. Начинаем с молнии. Начинаем с молнии. Так, это дропаем. Это вот так вот. Это вот так. Это вот так. Это вот так. Хорошо. Тут ТП-шку. Хорошо. Дас. Найс. Молния есть. Next Basher можно сделать. Basher. Basher можно сделать. Не забываем подстакивать иногда. Вот так вот. 2к до Аганима. Это хорошо. Это хорошие новости. Это хорошие новости. Первое сделаем молнии, чтобы побыстрее фармить. 22 минута, слотов пока что не наблюдается. Прикиньте, вот я 22 минута, я вообще пока что слоты не имею. Никакие слоты. Просто их нету. Вот я хочу, да, слоты, но их нету тупо. Их тупо нету. С Аганимом, надеюсь, чуть полегче будет. С Аганимом чуть полегче будет. Можно будет хотя бы на бафах как-то двигаться. Гоу. Наверное, Basher сделаем некстом на медведя. Basher на медведя. Basher некстом на медведя. Так, мне с этих крипов ни холодно, ни жарко. Их тут трое, все равно. Так, мидас у медведя есть, да? Мидас у медведя есть. Рошан стоит. Так, у меня почти есть мидас еще. Возьмем побольше гарпия, которая ее замидасим. Оп, найс, 2к имеется. Пока что фармивим. Вот это, о, сларк бежит. Скайди сларк уже. Кинем. Хорошо, отбились. Ну, медведюган делает дела. Нам подраться бы, но корректно. Было бы пушкой. Подраться бы, но корректно. Блин, я Warcry восрал, да? Эх. Драка началась, да? Ну иди, иди, иди. Я сдохну, да? Печально. А, пройти герой не смог. Но я хотя бы загрыз там снайпа. Душил, душил. Душил, душил. Они тупо дайвят и в пятером душат. От Слардара, от Тиника. А мы не можем в пятером. У нас все ходят. Там алхимик взорвался. Магнус. Магнус маску какую-то купил. Маска. Господи, что с этим Магнусом? Я не понимаю. Магнус тут четверкой нужен. Да, ну душат, душат. Что сделать? Ладно. Хорошо. Так, 2300, да? Basher сделаем, наверное. Или молнию, да. Гоу, гоу, возьмем. За 2000. За 2000 берем золотых. Хорошо. Аганим это хорошо, ребят. На топе сейчас фарм сразу пойдем забирать. Пойдет. Там Рошан берет 100%. У Сларка там БКБ сейчас будет. Плохо.
это сюда. Медведя там создадим. Так, вот так вот дропаем. Хорошо. Кнопку мне дали. Так, мне можно уже на золото кидать. Экспа у меня есть. Медведь работает. Медведь работает. Отлично, все, можно на базу чапать. Аккуратненько. Медведь подфармливает. Так вот, сделаем путь, проложим. И на низ, если что, медведя сейчас можно будет отослать. Тут лесочек подфармим. Алхимик там фармит. Надо тоже им одеваться, я один тут не потянулся. Там сларки, тиники. 1500 есть, хорошо. Отлично. Медведя на базу сейчас вернем. Захилить. Пусть он пока фармит. Можно еще два кемпика бахнуть. В лес мне стрёмно идти. Что там у него еги? Хорошо, сейчас насыпет. Вот этого первым. Отлично. Ну пойдет, пойдет, неплохо. Неплохо пойдет. Так, медведя только призвал, вот это плохо. Так, медведя здесь не поведем. Пойдем мы сделаем, знаете что, купим? Кнопку. Что ты там остался, дядь, зачем, для чего? Водаю. Водает. Мне не нравится, знаете, когда медведя перебафуешь? У него этот, с бинды, короче, местами меняются, слетают как-то. Погнали на топ. Если что, ТП-шка есть. Так, медасик на медведике у нас имеется. Создаем, рабидим. Пересадовать медведя не буду, потому что каточка такая, знаете, опасненькая. Жалко, на экс пришлось выдать. Сюда. Хорошо, пусть тушит. Пусть тушит медведь. Так, 1600 есть. Next башеры. Чтобы можно было сларка колотить. Через башер. И основным медведям даже, в принципе, не вижу смысла подфармливать. Потому что и негде, и стрёмно. Там доминация идет с карты. А этим можно фармить и аккуратненько сплитпушить. Аккуратненько сплитпушить. Аккуратненько сплитпушить. Го вот здесь подфармим. И вот такую вещь будем брать уже по чуть. Хорошо. Сларк один в миду, да? Сларка, по сути, ничего нету за 28 минут. Как бы вроде что-то есть, да, но вроде ничего и нету. Опасно трала там тушить. Так, давайте, знаете, что сделаем? Нет, вот так, это вот так. Вот так вот есть. Джавелинчик купили. Базу отправим, пусть подрегенится. Смотри, дайвит, да? Там аега, видимо, кончается. О, на мид надо идти. Хорошо. Медведюга. Какое дело. Пши. Эх, не достает, прикинь. Не успеваем медасы кинуть. Хорошо, если затушим, будет прекрасно. Найс. Медас надо кидать. Так, ну сначала трала догнать надо. Потом все остальное. Хорошо, медасы теперь кидаем. Дали отпор. О, еще и тиник отпор можно дать. Но я стою в поле. Один. Хорошо. Медведям помогу, если что. Атэшки. Так, аегис выбили, да? 1500 на кармане. Это башер. Хорошо. Монетка. Пусть алхимик лучше берет. Стой. О. Есть. Плюсану. Плюсану. Фарм пошел. О, кстати, этот башер есть уже. Я лесок фармлю тут, там фармлю. Хорошо.
Вот здесь подфармим. И ждем мидасы. Да, это жестко, это будет 70-ка, кстати. 70-минутка. 70-минутка будет. Надо забирать отсюда медведя. Хорошо. Но медленно очень фармлю основным персонажем. Конечно, ну да ладно. Уже второй башер есть. Второй башер. Пойдем на базу сходим. Так, есть и тревел, можно собрать своему основному герою и двигаться аккуратненько. Сейчас медведя заберу на базу, наверное, медасну. 12 секунд кдшка. Медасну, так, грэббит. Если честно, столько всяких тут осмысливаний, что нужно делать, что нужно успевать. И на самом деле, думаешь, даже немного путаешься. Потому что нужно очень много всяких действий проводить. Тут медасы, мы тпшим просто, потому что с ульты убьет. Все, хорошо. Хорошо, так, еще джавелинчик, правильно. Так, ресипи, есть башер. Это вот так, отлично. Пару тпшечек и белт, найс. То есть, если уже Сларк попытается до нас доковыряться, то мы сможем смело что-то противопоставить. Мы сможем там варкрайнуть, да? И попытаться как-то дать отпор с помощью того, что у нас есть башер. Как минимум. То, что мы сможем башить уже. То есть там уже столько баши будет. Сларк будет не выживать. Дальше лучше у нас будет. Все, я одеваюсь. Мне почуть надо. Почуть надо одеваться. Почуть надо одеваться. Тральчик. Можно трала чуть погонять. Ну, трал опять-таки поле накидывает. И все, мои гонки заканчиваются. На этом этапе. Так, ну мне здесь делать нечего основным. Надо на мид идти. Мид идти. Деф. Я бегу. Бегу дефиться, хг, нам... Я не вижу смысла ломать им. А скатка должна быть затянута. Хорошо, я в деф пришел. Снайпер, правда. Как бы тут линку не пришлось сделать. Хорошо, мидас сейчас будет. О, смотри, что делает. Нифига себе, ты наглый. Так, ну медведя загрызут нафиг там. Медведя там нафиг загрызут. Даже есть еще и поле. Ладно, деремся. Надо драться. Беремся, что делать. Хорошо. Ну, два баша должен два баша подработать. Хорош. Так, медасин. Нет, дядь, не надо его трогать. Пойдем на базу отступим. Деремся, в два баша-то деремся. Правильно. Ой, Рури юзнул зачем. Два башера-то деремся. Че там у него лотар, да? Снайпера. Вот так вот. Лотар. Вот это в помойку, да? Это сюда. Хорошо, фарманули. Ну, найс, на хг выстояли. Выстояли мы этот хайграунд, не знаю. Получилось. Еще и замедасить успели. Еще и замедасить успели. Очень сильно, на самом деле, напряжно тем, что... Тем, что тушит там под амплификацией, снайпер разрывает просто. Разрывает. Жесткая катка. 34 минуты слоты. По чуть. Но появляются. Тем не менее. Все, с баши не выйдешь, дядь. Стоит он тут, фармит. Фармит наш лесочек. Дэмэджа у снайпера-то нет, а вообще нифига. Хорошо. Хороша есть. Надо Роша найти. Сларк, если вылазит, дальше, мне кажется, Кирас надо брать. Сларк вылазит, нужно тушить. Сларка.
Ларк, если вылазит, надо с Ларка тушить сразу. Так, есть. Оп, найс. Так, Мидас есть, да? Мидас есть. Реген. Вот тут зафармим. Фармим. О. Ну, деремся, что делать. Ой, хорош. Блин, как же поле закрывает люто. Поле люто закрывает. Очень сильно закрывает поле. Ну, Сларк сейчас фуловый придет. Б. Господи. Это, конечно, кринж. Медведя отдаю. Второго создаю. Это печально. Это печально. Добей, не могу бить из-за поля, прикиньте. Из-за поля не могу бить. Так, ладно, этого я хотя бы засейвил. Печально. Так, но мне нельзя медведя отдавать. Жесть. Так, ну ХГ нам не должны сломать. Так, если что, ТП-шку куплю в боковом, да? Так, ТП-шечка. Есть. Вот тут, тут сейчас фарманем. Глухой деф просто выйти, и все должно нормально быть. Вот так вот не надо. Что вы делаете? Ну нет, ребята, ну хорош. Кого дают? Так, ТП-шись. Глифы есть, все есть. Глифы есть, все есть. Сейчас резкость 20 секунд. Кираса, в принципе, имеется. Кираса. Если его медведь засолит, это, конечно, кринж. Засолил медведь его. Ой, засолил. Засолил. Вот этого давай тоже. Ай, жалко, вижу. Жалко, жалко, жалко. Так, ну кираса имеется. Жаль, жалко, дастов нету. Жалко. Кирасу собрали. О, медведь УГГ, да? Ладно, пойдет, пересоздадим, Мидас еще будет. Так, ну, все, закупаем. Закупаем кирасу, 6000 золотых уже имеется. Кирасу на медведя отдадим. Жесть, слотов вообще нет, смотрите, 40-я минута. Но тяжелая катка, на самом деле, ребята там. Так, у нас кур вот это только, да? Это... Есть. Кираса имеется. Давайте купим детекшн какой-то. Просто. Жесть. Забавный у нас парень на Магнусе. Так, смотрите, но мы немного... От плана, да, отходим. Вообще надо бы какую-то линку делать. Нашему герою. Нашему медведю, вернее, выразимся, так, какую-то линку надо. Потому что очень сильно пробивает там. Но, в принципе, если мы собираемся, да, и надо вообще пойти закупить. Пойдем по низу сейчас. Купим еще гиперстоун, наверное, да? Башер есть, башер, два башера есть. Нужна жизнь. Жизнь нужна. Я леса сейчас проколочу. И уйду. Аккуратненько. Так, это есть. Молния герою.
молния героя, чтобы можно было драться. Опасно, конечно, я хожу, варианта нету. Надо рисковать. Сатаник вообще желательно сделать. Сатаник. Так, лес я заколотил. Встал там в лесочке, стою, чтобы лишь бы меня, не дай бог, кто-то там не зацепил. Деф. Так, я медведям там калачу. Отлично. Кайф. Медведя можно будет на топ вернуть еще. Опа, все, драка пошла, да? Пошло дело. А нет, не пошло, показалось. Так, ну я очень сильно подставился, да? Меня тушат, да? Ага, нет. Медведям там помогаю, если что. Вот этого. Хорошо, баш работает. Баш работает. Оп, забашил, все, уже не выйдет с баша по-любому. Ну, сторону подломал он нам. Так, ну меня диспельнули, да? Диспелят. А, господи, налево-право. Ну, хитбокс огромнейший. Огромнейший хитбокс. Зайдет пылили там, да? Рэббит только на этом есть. На медведе. Жесть, вот это, конечно, мощь. Все равно чувствуется мощь, да? То есть, казалось бы, игра плохая, да? Как бы, ну, плохая то, что нас гоняют, да? А на самом деле, если вгрызаемся... Сатаника надо, наверное. Если вгрызаемся, то у нас вообще все огонек. Найс. Давай мид сломаем он. Мид сломаем. Чтобы они не развлекались так сильно с нами. А то... Не, мы можем сейчас закончить даже игру в целом. 100%. Даже игру можем закончить. Я сломаю. Но у нас задача 15 слотов, ребятки. Ломает он жесть. Это просто посмотрите на это. Ломает он жесть, этот медведь. Так, и можно колодцы потушить. П. Нет. Фармим. Можно колодцы тушить. Найс, успел. Ну-ка, пойди затуши, медвежка. Хорошо. Так, медведь у меня есть. Леса поколотили. Так, еще 6к есть. Еще 6к. Еще 6к есть. Отлично. Так, хорошо, сюда, наверное, отправим. Так, какой следующий слот? Можно сделать сатаник. Сатанечек, да? Можно медведя одевать там бабочку. Давайте бабочку медведю сделаем, поясняю почему. Потому что там промах какой-то хотя бы будет. Это сюда, отлично. Я на базу сбегаю. Отлично. Можно почуть. Но и ты, ББ, держи. Так, вот так. Вот так, Ивасин. Вот так вот это, вот так вот. Ага, оп, вот так вот есть. Мишки отдаем. Медас у нас есть на медведе, но регенимся. Есть очень такие страшные слоты, почуть-почуть одеваются. Но почуть. К сожалению, почуть, ребятки. И надо начинать тревела брать уже на основном герое, чтобы была какая-то мобильность. Хорошо, этого сюда. Мид у них будет постоянно подпушиваться, им нужно следить за мидом. Тревела сейчас возьмем, ребятки. Давайте тревел купим. Тревела надо брать. Хорошо, бабочка работает. Мид я им подпушил, я могу сломать спокойно, но у нас задача это слоты. Слоты. 15 слотов. Фармим, парни, и дефим. Хорошо. Бабочка есть там. Так, у меня тревел имеется, да? Давайте тревел принесем.
Кто сильнее, Сларк или медведь? Сларк или медведь? Сларк уже меня не тянет. Мишка моего не тянет уже. Сдулся немножко. Протулец. Медведя просто не тянет. Пока нету МКБ, он не потянет. Хорошо, давай. Хорошо. Жесткая машина получается. Золото по чуть капает. Тем не менее. Лесочек. Пойдем сюда. Так, у нас сейчас Мидас будет, да? Раз. О, там драка, да? Б. Драка от дефа. Оп, найс. Мишка пока пофармит. Жесть, на самом деле лютая игра. Получается очень лютая. Тем, что нужно тут муваться, думать. И фармить. Не забывать про фарм. Так, 2000 есть. Хилочки мне поднесли. Давайте медведя, наверное, уже дособерем, да? Но медведя так, 7 билд ему собираем. Сапог тут по-любому нужен. Это единственный такой минус того, что... Что нам нужно. Так, давайте я, в принципе, сам могу сходить, да? Магаз я быстрее схожу. От ХГ. От ХГ. Шард возьмем, да? Я себе героя возьму шард. Пусть будет... Герой возьму шарт и прилечу на телепорт. Ух, там Мишка грызет. Хорошо, пошло дело. Да я даже в поле сюда зайду, мне все равно. Сларк. Сларка не вижу пока. Ага, вот он, Сларк. Тушу. Мишка тушит. Смотрите, как Мишка тушит. Медведя создать перед смертью хотя бы. Оп, хорошо. Ну-ка, Мишка, покажи ему, как надо, да? Не могу, поле очень сильно дизейблит медведя. БКБ я не буду собирать в любом случае. О, я там кого-то еще затушил, да? А, молнию убил. Нормально. Молнию забрал. Трала надо бы. Идет. Трала надо бы. Не забываем медасить по пути. Трал там. Жесть, конечно, лютая фигня. Пойдет. Сларк ББ нажал, если что, затушу. Сларка вашего. 2600 золотых еще. Что, МКБшки нету, дядь. Кайфуй тогда. Единственное, диспейлы. Да. А, нет, я Рэббида не нажал. Смотрю, просто Рэббида нету, да? Рэббида нету. Мишка тушит его. Жесть. Вот это да. Так, 3500, да? Хорошо. Медас на медведя я не буду скидывать до конца игры, походу. Сатаник сделать, наверное. Вообще там надо линку сделать, по большому счету, чтобы амплификацию не кидал. Либо манту на медведя. Но там и так столько хитбоксов. Это жесть какая-то. 4000 еще сверху. Скади. То есть, можно вообще абиссал сейчас сделать. Чтобы можно было контролить 100% на кого-то. Или лотар. В лотаре типа медведь дойдет там до трала, трал рассыпется. Шансов очень мало будет. Давайте что-то докупим. Давайте абиссал возьмем, да? Медведю. Медведю возьмем абиссал. Так вот. Хорошо. И вот так вот сделаем. Так, есть Мидас, да? Отлично. Мидас и там есть. Надо Мидаснуть. 50 минут игры. Уже. Уже 50 минут. Мы сильнее, на самом деле, сейчас. Мы можем пойти и сломать эту катку в целом. Я так считаю лично. Я так считаю. Что мы можем пойти и просто сломать их. Медведь это вообще жесть какая сила. Но раскачать, как вы видите, это дело
довольно-таки непростое. Так, 1600 на кармане. У меня еще 1, 2, 3 слота. 4 слота. 5, 6. 5, 6 слотов еще. Еще 6 и 7 слотов еще. Я только половину за 50 минут выколотил. Ну, с моим контролем, в принципе, видите, как не очень легко дается мне это. Но тем не менее, как бы катка жесть. Это прям... Кринжую называется. Еще ж ребята тоже подфармливают, да? Абиссал. Можно ж, давайте, может, медведю шарт отдадим. Медас мне второй не варик будет носить. Так, пойдет по регению немного. Так, 2000, да, сверху? Хорошо, сейчас в этот лес нырнем. Они, видите, на очко присели, ребят. Они не могут зайти и тем самым дают нам время пофармить. Фармить дают время. На очко присели, ребята. Так, ну нужны же какие-то демедж-артефакты, да? Крит. Обещанный Скади. Где обещанный крит? Скади? Я не понял, хина здесь. Что за дела? Что за кликбейт? Обещанные артефакты где? Обещанные артефакты. Так, медасы сейчас будут, да? Хорошо. Где же обещанные артефакты? Хорошо. Жесть, но это, конечно, это люто. Это люто, ребята. Я не знаю, это столько демеджа. Это просто имба. Есть 3700. Опа, драка. Оп, обиснул. Хорошо. Варкрай, ну сейчас еще. Есть Варкрай в ауешке. Хорош. Сларк где-то под ногами, да, меня грызет? А, нет. Сларк не знает, что делать уже. Не догоним Сларка. О, догоним, да? Жесть, какое замедло, ну бабочку включу. Контриваю. Героям можно туда идти. Ой, хорош. Фармим. Красава. Вы видите, какой отпор начали давать? Боже. Игра бы давно уже, ребят, закончилась. Там парни пишут, изи катка. О, же есть. Беда. Кушаться. ЧСВ. ЧСВ, пауза. Банчик. Ребятки, за вот такое осуждаю то, что он пишет. Это бан. Бан, сори. Это неуважение, ребятки. Ларк думал, что таким токсик момент... А, же есть, катка закончится, да, походу? Катка, походу, сейчас закончится, ребят. Это плохо, мы ж не собрали его еще. Жесть, но очень сильную игру показали, да? Сильную игру. Жесть. Трон падает. Не надо, дядя. 6000 золотых имеется. Так, алхимик там тоже что-то перегазовывает. Но на самом деле, Сларк там, он максимально себя токсично вначале провел. Так, давайте сделаем, что у нас там получается. Смотрите, по слотам. Так, смотрите, подождите. Дайте по слотам. Можно сделать буризу. Они, в принципе, драки уже не тянут. Можно уже баловаться. Драки они не тянут. Буриза. Буриза. Вот это можно продать. Вот это можно взять. Хорошо, еще 4000 есть. Оп, найс. Еще 4000 есть. Так, буриза имеется. Жесть. Жесть, не успеваем тупо уже. Стакайте лица. Так, еще какой артефакт? Скади, да, можно? Нет, опасно.
опасно продавать. Я не знаю даже, если честно, что сейчас собирать. Давайте... Есть. Так, есть. Так, окей. Давайте скади сделаем. Скади сделаем. Пойдем скади покупать, ребятки. Жесть. Вреда есть еще. Скади, гоу. Есть скади. Но очень красивая на самом деле вышла игра тем, что... Вот это ты что хочешь этим показать, дядя? Ты же не вывезешь. А, вот так вот вывезешь. Так, ну сларку надо диспел давать. Такое себе. Ну, вдвоем нечестно. Еще в два стана, жесть, просто на... А, втроем они. Прибежали. Жесть. Ну, извращенцы. Ладно, заберите. Уру. Но тут катка, скорее всего, закончится, что мы минус 5 им сделаем, и им некому будет дефиться. МКБшку надо, да, ребятки? Смотрите, скади есть, в принципе. Сыр продам, продам. Я в таверне. И медведя тоже в таверну отправили. Я думал, там один сларк. Один на один меня никто на этой карте не потянет. Никто. Сларки там, тиники. ЭГ, уйдите. Загангают. Что ты делаешь? Ой, такой Магнус забавный. Но надеюсь, мне не придется ВБкаться. Уйдите. Не хочу ВБк жать. Сларк он еще напал. Уйдите, 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 ребята. О, инвокер туда же, да? Тасты. Все, ГГ. 20 секунд. Жестко. Но они пытаются выиграть эту катку, ребятки. Пытаются, но не удастся, не удастся. Тут уже... Все ок. Все ок. Так, смотрите, скади, да, говорите? Я продам сыр. Продаю сыр. Медведя надо отправить на разборки. Медведя на разборки. Так, не бафнул я, к сожалению, Warcry. Оп, хорош. Оп, хорош. Медаснуть еще не забывайте. Идет. Оп, найс, медведь сейчас загрызет. Оп, критуля еще туда же. Так, ну это вот так вот, раз, два. Три, хорошо. Медасы просто не успеваешь кидать тут даже. А Мишка покажет, как надо. Так, скади неси, да? Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Так, это, конечно, хорошо. Все, 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 фарм. Жесть. Ну, играемся, играемся, ребят. Надо играться. Так, Буризу надо медведю отдать. Это медасик дропаем, Буризу отдаю медведю. Сапожок, конечно, нужен, нужная вещь, ребятки. Но два медаса, конечно, работать не будет. Ой, много еще. Много еще. Жесть. Много еще надо. Ну два разных КД. Прикольно, если бы они работали. Так, я там не стакнул. Минус золото. Жесть. Это, конечно, жестко, ребят, пытаться его одеть. Того медведя. Это очень жестко. Так, вниз пойду побью. Монетка. Так, у нас тут по слотам такое. Жесть. Буриза, там Battle Fury надо еще. Так, есть. Два медаса. Ну, сейчас замедасим. Они, кстати, в один КД входят, да?
Да, в один КД они. Сейчас будем слоты менять и медасить. Один медас медведю. Так, вот это вот так вот делаю. Медведь. Медас берет. Все, побежал. Побежал. Хорошо. Медасаем и отправляем его обратно. Медасим, отправляем обратно. Медвизи. Найс. И тут за медасим. Оп. Найс. Вот так делаем. Жесть. Так, 5000 еще есть. МКБ. Правильно, ребятки, МКБ. МКБшка. МКБшка. Хорошо, успел. Так, МКБшку. Медасы можно уже подропать, в принципе. ТП на базу сделаю. Медасы можно подропать. Жесть, на самом деле, такая неразбериха с этими слотами. Это жесть. Так, я еще могу шард бафнуть себе. Медас я продам по полной цене, чтобы золото не терять. Хотя, нафиг это надо, да, по сути? Че багаюзить, да? А как багаюзить? Фишками, че? Тушить. Так, смотри. Да, я, так, если честно, столько слотов, что я вообще шокирован. Че нужно делать? Сол ринге. Так, еще 4, да? Так, шарт я бафаю у себя на персонаже. Медведь у меня собран. 6. Есть. Медведь собран. Сейчас ТП даю, покупаю шард. Даю шард медведюгану. Полностью его одели уже. Полностью одели. Шард еще один беру. Шард еще один беру. 60 минут уже игра. Так, есть раз, два. Отлично. Так, сапог вот так делаю, да? Выкладываю бабочку ему, потому что, типа, мало ли сларк под ногами. Бафаем себе. Берем бабочку. Хорошо. Берем сапог. Сапог можно... Утиль. Мишка. Жесть какой. Мишка. Мишка фул. Внизу драка, да? Вокера поймали. Вокера поймали. Так, драться тогда будем, да, наверное? Драться будем. Сейчас будем браться. Жесть, как тушит. Просто уничтожил снайпера. Все нормально, все хорошо. 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 Ну, деремся, что делать? И сларка туда же, просто под одну гребенку. Жесть. Стой, 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 дефить некому. Отпусти. Понял, понял, понял он, да? Дефить некому. Отпусти уже. Пусть дефится. Хорош. Чуть осталось. Это жестко. Снайпер, байбек. Отлично. Чуть осталось еще. Да, это жестко. Мишка там лютый, я не знаю. Раз. Мне героя осталось. Ребят. Героя осталось. Так, это Шива, да? Шива. Гем сломаем, еще говорит. Колодец надо ломать медведям. А там, видите, проблема в том, что... Там нету... Голый трон там уже стоит. Нечего там дефить. Дефить некому, выразимся так. Рошан есть, да? Рошана сейчас сломаем. Рошана сломаем. Хороша, не опасно. Так, это Шива, да? Шива героя одеваем.
Уже есть. Просто медведь, посмотрите, какой заряженный. Так, это вот так вот. Хорошо. Еще. Мне еще два слота и обиссал апнуть. И все. И все. Обиссал апнуть. Жесть, конечно. Гем сломаем, но долго ломать будем. Я время теряю просто, мне нужно фармить. Нужно фармить. Жесть, конечно. Фармите. Плюс надо фармить, ребятки, времени затерять. Так, 500 золота еще. Чуть осталось. Чуть-чуть осталось, ребятки. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. На какой минуте соберем медведя? Всем селом. Так, 2400, да? Еще фрагов у меня не сильно много. Как бы они есть, но их немного. 15 фрагов и 23 ассиста. А я, в принципе, топ-фрагер, да? Я топ-фрагер, в принципе. Я их могу постоянно в дефе держать, и это хорошо. Так, медас есть, да? Отлично, медас. Если что? Оп, найс. А, понял. Понял, ребят. Понял, базар уже. Там быковать не буду. Быковать там не буду. Быковать там не будет. Так, 3к есть. Почему Шива, да? Спросите вы. Это так надо, ребят. Так, БФчик, да? О, плюсую. БФчик еще сейчас возьмем. О, же есть. Это просто что за вещь? Что за страх? Вот это туда надо. Хорошо, побежали. Что за страх? Еще 100 хи... Ой-ой-ой, это обиссал. И два слота остается. Все, почти. В принципе, все уже, да? А, вот это вот так вот. Это у нас БФчик. БФчик. БФ. Чуть осталось. 2к еще. И фул. То есть, это, конечно, жестко. БФчик есть. Ты что, дядя? Сато там, конечно. Оп, за манси, если будет очень хорошо. Все, на базу медведя. На базу медведя. Так, 2к золото. И ГГ. Жесть, я, если честно, в шоке. Так, что я должен был собрать? Сейчас, сейчас подобьем результаты. Жесть какая-то. Я уже сейчас, я подписочку по бумажечке, как какой-то этот. Дуралей. А что поделать, ребят? Это жестко, не знаю, это жестко. Это жестко, ребятки. Сейчас в лес. Мишка там. Зафулился. Зафулился. Так, меня забафали. Ага. Плюс. Есть. Так, смотрите. Сейчас Мишку вернем. Мишку вернем. Будем смотреть, что у нас получилось. И какой еще слот нам нужен. Так, смотрите. У нас есть два медведя. Давайте разбираться. Шива, Тревел, Сата, Кираса. Сатаник я не собрал, да? Во, сатаник. Сатаник. Ласт. Ребятки, сатаник. За сатаником. Охота за сатаником. Во, я уже вижу по списку. По списку уже вижу, что у нас недофарм. Это сатаник. Сатаник класс. Так, вот так закупаемся. Где? Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Это магаз. Хорошо. Хорошо, жесть. Это медведя просто выносилово какое-то. Хорошо. И можно будет пойти подраться. Уже в конце концов. Уже окончательный файт провести. Сюда. 500. Ага, видел? Верни, верни, верни. Найс. Хорош. Ой-ой-ой, его сразу тушили, да? ХГ. ХГ. 500 золота. Так, жесть, это по бумажечке. Бафы. Эх, химик продал, что ли, все? Плохо.
Так, есть с ДДшкой, да? Тиники. Тиники с ДДшками. Опасная ситуация, они собрались тут заходить, да, походу? 300 золота. И сатаник будет. Что-то они в атаку прям собрались, да, эти пацаны? Я так смотрю. Снайпер внизу. Батариха. Печалька. Так, низ. Я пойду топ схожу. А, нет. Так вот надо идти. О, они нам решили last death сделать такой. Мощный. Так, главное теперь не слить. Так, давай, давай, вот сюда, вот так вот. Жесть, не дадут по списку сейчас подработать, да? Но сатаник имеется. Сатаник имеется. Но мне медведя по-любому надо в медведя оставлять слоты какие-то. Хорошо. Все, я готов. У меня есть 15 слотов. 15 слотов медведь, 71 минута. Сейчас пройдемся по списку и посмотрим, что у нас вышло вообще в целом здесь. Это какая-то жесткая вещь. Жесткая. Го! Вот так делаю, да? О, найс. Герой идет. Ух, там мишка грызет. Йоу! Жесть. Его грызи туда же. Так, ну в спине, да? В спине. То есть столько контроля этого. Это нереальная вещь какая-то. Вот, мишка дошел. Дай грызану. Вот это сюда, окей. Отлично. А, загрызу просто. Ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай-давай-давай-давай. А, нет, не выкидывай, Радик выруби. Радик выруби, бро. Где ты там? Где ты там? Жесть, вот это, конечно, лютая вещь. Ребятки, ну нам вставочку даже сделал. О, есть, бегу, догоню. Хорошо. Догоняю. Жесть. Но на рэмпейдж не дал, снайпер. Дал. На. Хорошо. Хорошо. Так, ребятки, не пуш. Смотрите, давайте подобьем итог. У нас получилась такая катка, что сделали вообще все, что нужно было. Смотрите. Шива, Тревел, Сатаник, Кираса, Абиссал. Шива, Тревел, Сатаник, Кираса, давайте. Ну, давайте будем свапать, наверное. Пойдем еще раз дадим, наверное, Чапалаху, да? Короче, все по списку, что я собирался сделать, у нас есть. Все абсолютно по списку есть. Абсолютно все по списку имеется. Все по списку имеется. Так, так, так. Ребята. Б. Отойду. Б. Отойду, Б. Давайте сделаем то, как по списку, ребятки. Так, Кираса. Дайте мне Кираса. ПФчик сюда. Отлично. Далее, что у нас? Абиссал, Жолнир. Абиссал. Абиссал, Мажор. По-моему, я... Мажор, так, Мажор. Батл Фьюри, Эйс, Кади. Да, я Мажор один не сделал. Смотрите, что получается. Шива, Тревел, Сатаник, Кираса, Абиссал, Мажор. Правильно. Этот билд мы собрали. То есть, чтобы вы понимали, первый билд это у нас есть. Второй билд, который у нас должен был быть, это Абиссал Буриза. Абиссал Буриза. Потом Мажор МКБ. Мажора у нас нету, я собрал Скади. МКБ, МКБ у нас сюда. Баттерфляй и Батл Фьюри. Все четко по списку, ребятки. Все выполнено. Жесть. Медведь у нас получился крайне злой. Я выражусь так, он реально очень злой. Сейчас я вам это докажу. Хорошо, еще раз. Еще раз, пожалуйста. Это без Варкрая, кстати, драка. Гаста, что ли, нажал? Хорошо. И можно, в принципе, эту катку заканчивать. Так, а ну, покажи ему, как надо. Ты что там, дядя?
Оп, минус. GG. Го, попробуем. Да вряд ли что-то получится, варкраев нету. Жесть, но, конечно, когда вот первый сбор, что Мишка дамажил, это было намного круче. Красавчики. В целом красавчики, но вряд ли мы, конечно, затушим. Да ну тут попадаем сейчас как тараканы. Жесть. Ой-ой-ой, как же мы ломаем, это жесть. Это жестко. Это жестко. Так, я отойду. ГГ. Ой-ой-ой, это жесть. Просто нереальная вещь. Сатаник, можно нажму, подерусь? Что за фигня происходит? Это когда вы бухого батю пытаетесь всей семьей, короче, ну, успокоить. И нифига у вас не получается. Что ж, ребят, вот такой у нас получился видосик. Смотрите сами, судите. Я считаю, что полностью рубрика «А что если?» отработана. Все слоты. 15-слотовый медведь у нас получился. Это жесть, это жесть, просто нереальная тема получилась. До колодца мы, к сожалению, не добрались, но в целом только сейчас попробовали сделать что-то, да? Зашли и что-то получалось, но у них падал трон. Это огромный минус. Я считаю, что полностью видосик у нас отработан, все слоты собраны. Ребятки, собирайте медведя через ДД, а сами собирайте жир, и все у вас будет офигенно. На этом все, друзья, обязательно поставьте лайк за старание, напишите свой комментарий, понравился ли вам этот видосик. И что бы вы собрали на 15-слотового медведя, также напишите. На этом все, друзья, с вами был Ксеназис, и до скорого. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то не подписан.